Так, ну всем привет. Вот такая у нас погода. Опа. Вот такие у нас обувки. Вот. Мы в приюте. Сейчас приедут мальчишки на помощь. Не знаю, где едут, наверное, заблудились в Трех Соснах, которых у нас нет в Оренбурге. Вот, ждем мальчишек на помощь. Они, конечно, мне кажется, уже не особо рады. Сейчас познакомим вас с еще одним появившимся нашим жителем. Что с ним делать, мы плохо представляем, но он есть. Рассказывай. Это в городе я его подобрала, там деревья на территории организации. И много грачей там ночуют. Зимой там вороны, сейчас там грачи. Я увидела, что в кустах, ну, то есть уже темно было, что-то шебуршится, а он пытался с сугроба запрыгнуть на куст. Когда я посмотрела ближе, у него оказалось, в общем, он лапку видно, что он всю котлету как разметал. Вот, лапа сломана, видимо, травмирована, и с другой стороны крыло, и он не мог запрыгнуть на куст. Падал все время обратно в снег, а там пятиэтажки вокруг, там и кошки, и все ходят. И, в общем, мне удалось дотянуться. Я боялась, что он по сугробу вот меня уж кандыбает, но он, видимо, из-за лапы не смог быстро убежать. Я его, в общем, поймала, я ночевала первую ночь в машине. Вот, потом вот я ему сделала переноску, потому что сразу сажать к воронам мы его не будем. Вот, у него на клюве, во-первых, карантин, а во-вторых, на клюве это больше похоже на паразитарное заболевание. Сегодня я привезла лекарства. Поэтому, да, он пока будет сидеть отдельно. Вот, пронаблюдаем его состояние, пролечим, и только потом будем знакомить. Опять же, не факт, что две вороны его примут и не задолбят. Поэтому сначала придется его ставить в клетке, чтобы они могли познакомиться, но не причинить друг другу вреда. Вот, то есть вот днем он у меня гуляет здесь, а на ночь я клетку закрываю в машину, потому что просто, ну, некуда его девать. Потому что что-то я сегодня психоватая. Кошки, собаки. Вон, видишь, что раскидал все. Жорик. Сейчас надо опять перестилать ему подстилку. То есть он психует, безобразничает, дерет пеленку. Жорик. Вот. Жорик. Кусается немного, когда руку ему суешь. Потом вроде ничего гладишь, он перестает кусаться. Жорик. Что-то непонятное, да? Жорик. Как-то так подвезло нам опять. Вроде как бы это вообще не наш профиль. Но уже третья птица, это как бы это. Кушает уже хорошо, по крайней мере. Кушает, пьет водичку, безобразничает. Значит, все-таки, ну, я думаю, что должен поправиться. Не критично он больной. Вот. Так, и он не очень крупный, заметь. Мне кажется, он немножко молодой. Мишка уже. Но опять же, крыло, ты знаешь, у меня под сомнением. Я не могу понять, там, есть ли у него перелом или травма, потому что там вроде как болячка, но оно сильно не вихляется, как вот при переломе, вот так вот. Сразу, ребята, говорюсь, у нас нет орнитологов, врачам по птицам, мы это прошли с воронами. Уже советовались с другими городами, пока нам ничего не ответили. Мне в одной группе ответили, что обратитесь к ветеринару. Я говорю, так у нас нет орнитологов. И дали советы, которые я уже знаю. Ну да. Ну, а я тоже говорила сейчас с девочками из Тамбова. Они обещали проконсультироваться по видео и по фото. Но пока мне еще просто не ответили. Надеюсь, что посоветуют нам что-нибудь крупное, чтобы это... Ну, так что у нас есть Жорик. Да, Жорик? Жорик. Он не подойдет, он будет там выпаться. Жорик. Сейчас у Жорика пеленку будем менять. Пеленку, водичку надо ему поменять. Уже а то он там что-то разошелся сегодня. Тут более-менее спокойно вчера было, а сегодня он прям в ударе, я смотрю. Птичка. Короче, день упомянул легче. Ну, вот эти ручьи потрясающие текут везде. Я закрыла? Ага, все, закрыла. Нет, верхнюю не закрыла. Ну, тонут все, мы смотрим. Я смотрю по другим приютам, смотрю по Гуся.
такое? А Гуся, перестань. Гуся. Смотрю по другим городам. Все тонут. Белла. Что, я, говорит, дура, что ли? Я, говорит, совсем не дура. Сегодня она тут лежит. Да. А тут Шурик лежал. Ну вот как тут можно убираться? Тут такая девочка сладкая. Так ей хочется съесть. Такая конфетка. Конфетка моя ласковая, да? Грязька, да, потерпи. Ребят, ну вот у нас грязь. Собачки, конечно, сейчас все грязные, мокрые. Дай бог, все будет хорошо. И с вашей помощью мы сможем в этом году достроить нормально вольеры, отсыпать. То есть крупный камень нужно будет сначала сыпать, потом засыпать уже ПГСом. Потому что на данный момент сейчас вот такая вот история происходит в вольерах. Да, моя? Вот моя красивая. Моя красивая. Ну вот, я убрала еще один вольер. Как, насколько позволяет сейчас погода, так что работы у нас непочатый край. Весна пришла, с этим начинает теплеть, у нас очень много впереди работы, очень много предстоит еще сделать. Огромное, ребят, спасибо, кто с нами, кто помогает словом, делом, пишет добрые комментарии. Спасибо всем огромное. Ну, на этом, наверное, уже закончим свой ролик, потому что уже вечер, я еще здесь побуду, поубираюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, переходите на Дзен, на Ярус. На Ярусе можно копить монетки и поддерживать тем самым хвостик. Ну и всем добра. Ты тоже желаешь всем добра? Да. 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 Скажи всем спасибо и пока.